приветик, дорогие мои! Вы находитесь на канале «Секреты Эмиратов», а я сейчас нахожусь в относительно новом районе в Дубае, который называется Дубай Дизайн Дистрикт. Еще его называют D3. То есть здесь, в этом районе, все посвящено моде и дизайну. Как вы знаете, на Ближнем Востоке очень любят высокую моду, и поэтому сюда привлекают известных дизайнеров абсолютно со всего мира. Почему я приехала в этот район? Ну, просто для того, чтобы вам его показать и посетить. Здесь есть несколько интересных кафе. Одно из них называется «Молекул», где готовят молекулярную кухню. Я обязательно хочу посетить это кафе, потому что оно достаточно тоже новое в Дубае и интересное. И поэтому смотрите дальше мое видео, все вам расскажу и покажу. В общем, вот так вот по-современному выглядят здания в этом районе. И вот здесь вот находится небольшой такой променад. И здесь же находится кафе. Поэтому я сейчас здесь прогуляюсь, все посмотрю. И, соответственно, вам тоже обязательно покажу. Ну вот, посмотрите, зашла в один из магазинчиков, который находится здесь, Дубай Дизайн Дистрикт. Вот такие вот здесь люстры интересные продаются. Картины такие очень современные, мебель тоже достаточно интересная. Ну, в общем, вот так вот здесь все выглядит. Ну, а сейчас пойду дальше смотреть, что есть еще здесь, в этом районе. Ну, люстры очень интересные. Смотрите, я зашла в магазинчик компании Medicom. И что мне понравилось, у них вот такие вот игрушки. То есть все игрушки в виде медвежат. То есть они являются как бы предметами искусства, так скажем. Не столько игрушками, сколько предметами искусства. И стоимость этих предметов искусства больше $200 за штуку. Но вот такие вот они красивые. Ой, чуть не упала с лестницы. Но я бы, честно говоря, с удовольствием приобрела бы себе такую игрушку, потому что дома в интерьере она действительно будет очень хорошо смотреться. Ну, конечно, не в съемной квартире, когда уже будет своя квартира и будет возможность все это расставить, поставить, то это, конечно, было бы здорово. Ой, какой интересный лизун здесь, посмотрите. Ну, то есть герои всех мультфильмов представлены в этих дизайнерских игрушках. Ну вот, полюбуйтесь, какой здесь красивый диванчик из травы. Я думала, что настоящая травка. Нет, конечно, она не настоящая, но тем не менее вот такой вот диванчик здесь есть. Единственное, что на нем нарисовано, что сидеть на нем, я так понимаю, нельзя. Да, не садитесь, но очень жаль, конечно. Я бы с удовольствием на таком диванчике посидела. Вот такая вот есть еще интересная скамеечка тоже, тоже piece of art. И сидеть, соответственно, на ней нельзя. То есть это тоже предмет искусства и просто любование. Вот там вот еще тоже какая-то интересная скульптура. Сейчас к ней поближе подойду. Обезьянки, которые есть в The Point. Вот такие вот фигурки обезьян. Так, идем дальше новую скульптуру рассматривать. Да, ну и вот здесь вот они, ресторанчики, кафешки. И также здесь находятся магазины и офисы. Ну и вот, конечно же, он мой любимый. Starbucks тоже здесь есть. И я здесь, кстати говоря, заметила очень много местных арабов. То есть я так понимаю, что сейчас это новое интересное место для отдыха и развлечений именно местной тусовки. Вы знаете, я никак не могла понять, что же здесь написано, но как-то у меня не читалось. Не знаю, может быть, вы с первого раза прочитаете. А написано здесь «My Dubai», то есть «Мой Дубай». Скульптура была создана в 2017 году. Здесь используется цвет национального флага Арабских Эмиратов, то есть красный цвет. Ну и вот такая вот красота стоит здесь, в Дубай Дизайн Дистрикт. Зашла в здание под номером 6, здесь Дубай Дизайн Дистрикт. Вот здесь вот находятся офисы, но, понятное дело, они сегодня закрыты, потому что сегодня у нас суббота, выходной день. И вот так вот выглядит само здание. То есть в каждом здании есть какие-то скульптуры, какие-то интересные картины и так далее.
Ну и вот смотрите, вот он ресторан молекулярной кухни. Кстати говоря, здесь есть счастливые часы с 5 до 8 вечера. То есть покупаешь что-то одно блюдо, и второе получаешь в подарок, я так понимаю. Вот так вот выглядит этот ресторанчик. Небольшой, но мне кажется уютный. Сейчас зайду внутрь и покажу вам. Смотрите, какой ресторанчик этот красивый внутри и очень современный. Он реально очень современный. Мне нравится дизайн. Мне реально дизайн нравится. Я сейчас здесь немножко пройдусь еще. Все рассмотрю. Да, он небольшой по площади, но он очень оригинальный. Вот, а вот так вот. Здесь выглядят отдельные диванчики, я так понимаю, для VIP-гостей. И вот она, сама кухня этого ресторана. Очень красиво. Ребят, ну это единственный в Дубае ресторан молекулярной кухни. И вы хотите, чтобы я ушла из этого ресторана, который называется «Молекула», ничего не попробовав? Я не могу этого сделать. То есть я обязательно сейчас здесь попробую молекулярных кальмаров, я попробую молекулярную пиццу. Но почему бы и нет? Кстати говоря, в меню здесь есть молекулярные блюда, есть нормальные блюда, есть даже молекулярный бюргер. Но я просто бюргеры особо не ем, и молекулярный тоже не хочу пробовать. Поэтому я вот буду пробовать то, что я заказала, то есть кальмаров и молекулярную пиццу. Обязательно все вам покажу, все вам расскажу. Я думаю, что это будет достаточно интересный опыт. Смотрите, кофеек здесь, конечно, обычный, но в любом случае красиво очень сделано все. Поэтому буду пробовать капучино здесь, в ресторанчике «Молекула». Здесь есть интересного в этом ресторанчике. Значит, за 150 дирхамов можно пить сколько угодно домашнего вина здесь и есть сыра. То есть вам приносят тарелочку с сыром и вином. Знаете, я себе представляла что-то другое. Я думала, что это действительно будет молекулярная кухня, а это обычная кухня, просто она сделана по-домашнему. А вот поэтому они называют ресторан «Молекула», потому что просто-напросто все сделано из оригинальных ингредиентов, но никакая это, собственно говоря, не молекулярная кухня. Так что вот так вот бывает, предполагаешь одно, а получается совсем по-другому. Но в любом случае, вот такая вот здесь вкусная пицца, кальмары, поэтому все обязательно буду пробовать. Кстати, дорогие мои, кухня оказалась абсолютно обычной. Вот, то есть не то, что мы совершенно ожидали. То есть мы думали, что здесь все-таки будет молекулярная кухня. Я думала, что в Дубае возможно все. Но кухня оказалась обычной. Но она оказалась домашней, из натуральных ингредиентов. Поэтому все равно все было вкусно. Поэтому могу вам посоветовать этот ресторан. Приходите, бывайте здесь, потому что здесь очень уютно, комфортно. И, собственно говоря, вкусная еда. Он этот сделан, вы знаете, по типу Дубай City Walk. Ну, конечно, он отличается от City Walk. Я так понимаю, что City Walk уже все посмотрели, все уже там побывали, и поэтому нужно что-то новенькое в Дубае. И вот поэтому открыли вот этот райончик Dubai Design District. Есть здесь вот такой вот ресторанчик здоровой еды, но в него мы зайдем как-нибудь в следующий раз. И вот так вот выглядит сам район Dubai Design District. Кстати говоря, отсюда и башня Бурдж-Халифа тоже видна. Сейчас я вам обязательно ее покажу. Вот отсюда как раз видно и башню Бурдж-Халифа тоже. И есть здесь, конечно, магазинчик афганских ковров в Dubai Design District. Потому что, ну, куда же без ковров, как говорится. Местные арабы здесь бывают часто и ковры приобретают тоже часто. Вот такая вот здесь красота, лепота. Хочу вам сказать, что ковры здесь не дешевые. То есть вот такой вот коврик где-то примерно от 18 тысяч дирхамов до 25 тысяч дирхамов. Но зато они все сделаны вручную. То есть все ковры здесь ручной работы. Еще здесь есть вот такая вот достаточно интересная скульптура. Она называется «Видение миссии». Здесь соединены два портрета. Портрет шейха Мухаммеда бин Рашида Аль-Мактума, правителя Эмирата Дубай, и его сына шейха Хамдана. Но честно могу сказать, что портрет шейха Хамдана я особо
не рассмотрела внутри. Может быть, я как-то не совсем правильно, под правильным углом смотрела на эту скульптуру. То есть шейха Мухаммеда я вижу отчетливо, а вот его сына, к сожалению, шейха Хамдана, рассмотреть не могу. Хотя поворачиваю с разных углов. Но, может быть, вы сможете рассмотреть в моем видео. В общем, вот такая вот интересная скульптура. Представляете, оказывается, нужно было смотреть с другой стороны. То есть вот я сейчас зашла с другой стороны, и я отчетливо рассмотрела шейха Хамдана. То есть с одной стороны портрет шейха Мухаммеда, а с противоположной стороны портрет его сына шейха Хамдана. Кстати, в этом районе есть даже детский сад. Вот он, детский сад, но, понятное дело, сегодня он не работает, потому что сегодня суббота, выходной день, но в любом случае он есть. Даже за забор заглянула. Ну, а вот здесь еще одна интересная скульптура. То ли это столики, то ли это стульчики, но все это сделано из полиэтилена. А вы хотели бы иметь такие столики, например, у себя в спальне? Кстати говоря, здесь даже зеркала сделаны, вот я снова в зеркалах здесь отражаюсь. Ну, в общем, много здесь есть таких достаточно интересных деталей, поэтому погулять, пофотографироваться, сделать хорошие инстаграмные фото здесь можно запросто. Здесь вот, ребят, шоурум итальянской мебели, диване. Тоже достаточно интересный такой. Но я предполагаю, что мебель это, конечно, дорогая. Ну, цены сейчас узнаю тоже. Смотрите, здесь даже бильярдный стол продают. И вот такая вот простенькая, но очень дорогая спальня. Вот такой вот, ребят, скромный диванчик. Всего-то за 70 тысяч дирхам. То есть практически за 20 тысяч долларов. Ну, я пока, честно говоря, не способна такие диваны покупать. Не знаю, как вы. Вот, для меня это пока дорого. Но, тем не менее, дорогая итальянская мебель в Дубае тоже есть. Смотрите, в этом районе находится очень много художественных галерей. Они сейчас закрыты, потому что сегодня выходной, но если вы хотите попасть в художественные галереи, то именно здесь, в районе Dubai Design District, их очень много. А вот в этом итальянском ресторанчике Colazione de Vicolo, что в переводе обозначает «завтрак в переулке», я уже бывала не раз. Здесь готовят очень вкусную пасту. Больше всего мне нравится велосипед с цветочным горшком, прикрепленный к потолку ресторана, а также меню в виде свежеотпечатанной итальянской газеты. В этом ресторане Colazione de Vicolo мне больше всего нравится паста с трюфелями. И мне нравится здесь еще из меню у них паста с салмоном, то есть с красной рыбкой. То есть вот это вот, пожалуй, самое вкусное, что делают в этом ресторане. Ну и настоящее итальянское качество. Не поняла, честно говоря, что это такое, но тоже что-то очень современное, такая, так скажем, современная лавочка для отдыха. Дорогие мои, изображена на этой скульптуре горилла, которая охраняет свою территорию. Дорогие мои, роскошный новый дубайский район, именно здесь проходят известные фестивали моды и дизайна. И именно здесь представляют свои работы в шоурумах начинающие дизайнеры и художники. Но все это проходит, конечно, в будние дни. Я нахожусь здесь в субботу, потому что, как вы помните, я не люблю толпы народу. То есть, в принципе, все скульптуры я здесь посмотрела. Ну, а когда-нибудь я сюда вернусь на показ дизайнерской одежды. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал «Секреты Эмиратов». Ну а с вами была Елена Шарова из Дубая, из района Dubai Design District. Всем хорошего дня и отличного настроения!